здесь работы идут строго с графиком, опасности отставания сроков. Вот тот график, который сейчас существует, он должен быть выполнен точно 100%. Вообще отставаний не должно быть никаких. Это не тот объект, где мы отставать должны. Ну, мы вообще не должны отставать. Набережная вдоль Северского Донца – одно из самых знаковых мест Каменска-Шахтинского. Тянется вдоль проспекта Карла Маркса, включает парк и аллею. К ней примыкает территория городского пляжа и исторический центр города. К благоустройству этого общественного пространства у властей региона особое внимание. Сейчас в разгаре первый этап преображения набережной. На данном участке будет полностью заменено мощение, будет устроена новая система освещения улицы, видеокамер, установлены коверы для автоматического полива, то есть сотрудники, которые отвечают за эксплуатацию данной улицы, могут подключить шланг с определенным расстоянием и ухаживать за зелеными насаждениями. А поливать предстоит немало. На всей территории набережной высадят около 300 новых кленов, лип и тополей. А еще приведут в порядок подходы к памятнику пограничникам, установят камеры видеонаблюдения. Первый этап реконструкции планируется завершить в ноябре. До этого времени преобразят парк, затем займутся самой аллеей. Прогуляться по полностью обновленной набережной можно будет осенью 2024 года. Реконструкция обойдется в 184 миллиона рублей, больше половины из которых – средства федерального бюджета. Это пример федеральной программы, когда набережная вошла в топ-3 проектов для бюджетирования и ремонта благодаря активной позиции, в том числе жителей. После набережной группа губернаторского контроля проинспектировала, как идет обустройство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Таких в частном секторе города установят больше 150. Кроме того, появятся бункеры-накопители для сбора крупногабаритных отходов. Мы начали строить площадки. Я надеюсь, что в ближайшее время, это будет середина августа, сдача их в эксплуатацию. Частично эта проблема разрешится. Но основное, конечно, это просьба к людям. Если есть эти площадки, вы уже, пожалуйста, ими пользуйтесь. Для того, чтобы не бросали, где удобно, а именно здесь. Новые площадки для сбора ТБО обустраивают в привычных для горожан местах, там, где раньше стояли старые мусорные контейнеры. Сергей Мирошниченко, Роман Корх, Первый Ростовский.